понедельник в Самарской области пасмурная погода, выпадет снег. Температура днем минус 6, минус 8, ночью 10-12 градусов с минусом. Ветер будет дуть преимущественно южный со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно, осадки в виде снега, днем минус 5 градусов, ночью 10 ниже 0. Ветер южного направления 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, утром небольшой снег, днем минус 5, ночью 9 градусов ниже 0. Ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, днем 7 градусов ниже 0, ночью минус 12. Ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.